Традиционно на всех выставках компания «Сотропол-1» представляет свои новинки. В этот раз новинок у нас тоже достаточно много, но одна из самых интересных – это новинка «Новый монитор для видеодомофона». Компания «Каком» представляет свою новую новинку, свое новое изделие «КВР-А510». В чем же заключается его новизна? Новизна заключается в том, что это не только видеодомофон, в него встроен видеорегистратор с возможностью доступа по локальной сети, в него встроена практически система умного дома. Есть возможность управления освещением, газовыми клапанами и прочими устройствами. Мало того, по своей сути это вообще просто чуть ли не органайзер. Вот такое вот любопытное изделие появилось на российском рынке. К нему можно подключить до 4 вызовных панелей или видеокамер в любой комплектности. И, соответственно, это изделие таким образом будет работать, что запись будет осуществлять, возможность осуществлять, посмотреть эту запись дистанционно, ну и прочее. Обо всех деталях рассказать очень было бы сложно. Поэтому давайте ограничимся именно этим.